Три вылета за три дня. Всего с начала года более 170 рейсов совершили вертолеты санитарной авиации с медиками на борту в районные центры Верхневолжья. А значит, десятки жизней взрослых и детей спасены. О необходимости работы службы и о качестве оказываемой помощи на борту расскажем прямо сейчас. Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи потребовалось мужчине из Бежецка, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Из первичного сосудистого центра местной ЦРБ пациент был оперативно доставлен в областную клиническую больницу и передан специалистам-кардиологам. Мы используем авиамедицинские эвакуации пациентов, либо доставку специалистов, когда очень важно сократить время. Когда есть угрожающее жизни состояние пациента, они могут быть различны. Это шоки, сочетанная травма, ожоги, тяжелые пневмонии. Всего с начала 2019 года в нашем регионе вертолетами санавиации было совершено 177 вылетов и эвакуировано 210 пациентов, в том числе 26 детей. Задача развивать это направление Верхневолжья в самом большом регионе ЦФО, поставленная губернатором Игорем Рудени. По его поручению, вблизи учреждений здравоохранения региона создаются вертолетные площадки. Как считает лидер региона, места их расположения должны быть определены с учетом анализа уже совершенных вылетов. Главные ориентиры – наличие рядом районных больниц и дорог, по которым возможно передвижение машин скорой помощи, ландшафтные условия, позволяющие обеспечить безопасность при взлете и посадке. Задача по санитарной авиации у нас неразрывно связана с развитием сети так называемых вертолетных площадок, будь то чрезвычайная ситуация, связанная с автотранспортными происшествиями, либо связанная с необходимостью срочнейшей госпитализации людей для операционного вмешательства, все равно требует участия санитарной авиации. В настоящее время в Верхневолжье 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Для обеспечения посадки спасательных вертолетов, в том числе вне специализированных площадок, планируется закупить 37 комплексов светосигнального оборудования.